единогласным решением судей. Победу одержал Максим! С Максимом Грабовичем у меня уже был бой, и, к сожалению, я его проиграл. Я выиграл его по очкам тогда. Тогда мне не хватило опыта, может быть, технических навыков, и, соответственно, Максим был постарше. Вот и сейчас наши пути опять сошлись. Сейчас уже прошло достаточно много времени с того боя, и я чувствую, что я абсолютно на другом уровне, как физически, так и технически, ментально я более развит. Ну, во-первых, прошло 5 лет в ударке, в борьбе, набрали обороты, улучшили свои качества. Я не думаю, что у Максима есть какие-то огромные преимущества надо мной, поэтому я сделаю все возможное, чтобы выиграть этот титул. И я в себе очень уверен. У меня замечательная команда, прекрасные люди, которые помогают мне в подготовке. И огромная им благодарность за мотивацию и помощь. Вот касаемо прогнозов на этот бой, я бы все-таки небольшое предпочтение отдал Грабовичу. В этом бою считаю его фаворитом, но, тем не менее, скажем, вот мои личные симпатии я отдаю Даниле. Кто станет новым чемпионом лиги в полусреднем весе? Данила Приказа из Тамбова или Максим Грабович из Старого Оскола?